На место иди. Ну вот. Послушали мы сегодня... Друг Чарли Чаплина, не даю послушать. Да, жульё. Не даю послушать гимн Сент-Китса и Невиса. Такая вот страна, странное название. Ну ладно, там я еще не был, но, наверное, скоро придется побывать. А сегодня открываем школу... Радиатор Спрингс. Как всегда, к нам придут... 8 учеников. Которые будут искать по... 6 предметов. Да, по 6 предметов каждый. Нет, 5 предметов. Я перепутал. Так, худший получит. Худший. Что получит худший? Виолончель. И будет, пойдет домой учиться играть на виолончели. Так, ну а лучший получит сюрпризик, да? Ну что, поехали! Чарли, что ты? Так, ну я где-то... секс делаю. Алла Пугачева, туфли, кунг-фу панда, торговая лавка, Empire State Building. Алла Пугачева, вот он. Алла Пугачева. Туфли. Вот он. Ну? Туф. А где фэ-буква? И Иван Царевич. Чаплин, ты F-букву забыл. Нет, я нажимал F-букву. Ты нажимал тули. У тебя получилось тули, а не туфли. Минус 1 балл тебе. Понял, Чаплин? Кунг-фу панда. Вот он. Кунг-фу панда. Торговая лавка. Вот он. Китайская торговая лавка. Вот она. Китайская торговая лавка. Empire State Building. Вот он. Где? Вот он. О, Empire State Building. Все. Ладно. Ты справился с заданиями. Минус 1 балл тебе, кстати. Человек, который упал в джинсы. Иди в туалет! Соберись, дружок. Все. Потяни штаны. Все, ты я чё? Потяну штаны. Класс, нельзя идти голым. У меня брюки порвались. Вот держи их. Конец света. Змея, самолет, клоуна в ящике. Ладно, ладно. Конец света. Вот он. Конец света, видеокассета. Змея. Фу! М. Мамонтенок. Мама. Е. Енот. Ё. Ёрш. Я. Баба Яга. Самолет. Вот ты. Самолет построим сами. Клоуна в ящике. О. Где клоун? Не вижу клоуна. Вау! Появился клоун в ящике. Ладно, ладно. Так, ладно, иди. Так. Так, штаны надень, да? Штаны и рубашку застегни. Вообще распоясился уже. Что?
Что слышал? Что? Ученик. Бен Теннисон. На второй год его надо оставлять за такое отвратительное поведение. Ясно, чувак? Тинг. Утюг. Три мушкетера. Кашу. Триумфальная арка. Красная кружка. Утюг. Три мушкетера, вот и. Три мушкетера. Кашу. Триумфальная арка, вот она, да. Красная кружка, вот и. Нескафе. Ладно, Бен, ты справился с заданиями. Ок, следующий кто у нас? Дуг Чарли Чаплин. Так, на тебе. Ты перевернул. Что? Тебя что-то смущает? Да. Жираф. Куб с города в Латвии. Merry Christmas. Бронзовая статуя. Девочка моет руки. Жираф. Потом, после урока. Куб с городами воды. Вот он. Куб с городами Латвии. Да, есть такой. Merry Christmas. Вот. Merry Christmas. Бронзовая статуя. Вот он, бронзовая. Где? Вот он. Бронзовая статуя. Девочка моет ручки. Ручки моет? Ну, давай посмотрим, как она моет ручки. Тут ставь. О. Девочка идет. Моет руки. Мыть руки. Так, заходит в ванну. Что? Что? Ты зашла в ванну и не знаешь, что делать? Руки мыть. Нет, не в душ. Ты в душ зашла. Тебе руки помыть надо было только. Вот руки помой. Сначала в душ надо было. Да. Все. Ну, Чаплин, даешь. Так. Ждем решения Маркуса. Следующий, кто у нас там? Сыночек. Мама отпустила одного тебя? Заяц. Девочка хочет спать. Замок под куполом. Игральные карты. Пульт. Заяц. Где же заяц? Не надо про слоган. Туда уже заяц текст. Угу, дальше. Девочка хочет храпеть. Что? Где тут написано храпеть? Ты что? What should we do? Идти спать. What should we do? Go to bed. Нажимай go to bed. Спать! Сейчас она расчет расчески. Какие расчески? Спать! You want me to go to bed in this? Вот, давай, все. Устала спать. Let's go to bed. Она действительно храпит. Она храпит. Тихо, вставай. Тебе еще искать предметы надо. Рано спать. Замок под куполом. Вот. Замок под куполом. Игральные карты. Вот. Игральные карты.
пульт. Вот он пульт. Пульт от телевизора. Ладно, справился с заданиями. Ждем маму. Леуси. Мамочка! Где мой сын непослушный? Я же сказала, надо идти вместе, а он... Волк. Милка. 4 раза. Медведь под куполом. Лего-грузовик. Веселая елочка. Волк. Не надо слоги. Милка. 4 раза. Одна милка. Вторая. 2 милки. Третья. 3 милки. И четвертая. И где 4-я милка? Вот он. Вот спряталась 4-я милка. Медведь под куполом. Вот он. Лего-грузовик. Вот он. Какой он красивенький. Веселая елочка. Вот. Почему она веселая? Покажи, почему она веселая. Крисмас. Хо-хо-хо. Танцуемис. Что тут происходит? Сейчас шерифа позову. Он быстро вас арестует. А я не могу потанцевать. Мне падают штаны. Я не буду танцевать. Вы, школьники, по минус 1 баллу обоим. И тебе, и твоему другу по минус 1 баллу, ясно? Все. Так. Мумия. Мумия, вот твои задания. Умка, оставленный багаж, футбольный мяч, колокольчик, музыкальная шкатулка. Умка. Не надо слоги. Оставленный багаж. Вот он. Видеокассета. Оставленный багаж. Футбольный мяч. Вот он, футбольный мяч. На книжке. Колокольчик. Перемена. Ай, пошли. Куда? Еще не закончил урок. -1 тебе, мумия. Музыкальная шкатулка. Вот он, музыкальная шкатулка. Да? Ну давай посмотрим, что там за шкатулка. Она еще играет. Молния Маквин спит, пошли тусоваться, да. Дабстеп. 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 Подъем! Да что тут происходит? Что тут за бардак устроили? Всем по минус 1 баллу! И даже пирамиды. Посмотри. Я не участвовал, у меня штаны падают. Видите, у меня штаны падают, я не могу участвовать. За что мне минус 1 балл? Да, Чарли Браун, ты утащил кассету. Верни на место, тебе минус 1 балл, ясно, Чарли? Да. Пеппи, жизнь, iPhone Monster, Филипп Кираков, Даффи Дак. Пеппи, вот он Пеппи. Пеппи длинный чулок. Жизнь. Же, шар птица. И Иван Царевич. Зе, заяц. Н, ниф-ниф, наф-наф. Нуф-нуф. Молодец, идем дальше, Чарли. iPhone Monster. Вот большой iPhone Monster. Филипп Киркоров. Вот он. Филипп Киркоров. Сколько там песенок? 38. 38 песен Филиппа Киркорова. Даффи Дак. Сколько много. Вот он. Даффи Дак. Ладно, Чарли Браун.
Итак, настал тот момент, когда Маркус определяет, кто же из вас сегодня был худшим, кто получит виолончель. Чарли Чаплин, его друг. За что? Вон из класса. Почему? Вон, я сказал. Ну, пошли, Чарли, будем учиться играть на виолончели. Так, а кто же был лучшим? Лучший был чувак, который упадет джинсы. Ура, я лучший! Ура, ура, я лучший! А, ой, ой, от радости у меня джинсы упали! Попа, моя попа! Закройте мою попу! Вот книга тебя за приз. Ой, спасибо. Меня накрыли книгой. Ну как, еле-еле мы закончили школу. Следующий буду я, Бен-Теном. Ага, значит, следующая будет школа Бена Теннисона. Смотрите у меня. И вот Макса позвольте.